Ник Джонас такой милашка! Эй, Питер. Что? Бой подушками! Ах ты, ублюдок! Боже мой, просилась! Да уж, погляди на них. Нападают друг на друга, как итальянец с черной женщиной. Парковка для персонала. Эй, тут нельзя парковаться! Чего-чего? Получив официальный вызов к схватке от своего природного врага, чернокожая самка готовится к битве, снимая многочисленные кольца. Тем временем, итальянский самец озирается с целью привлечь внимание других итальянских самцов к тому, что видит он. В предчувствии грядущего сражения стая евреев быстро улетает, ведь в избегании конфликтов их главная надежда на выживание. Боже, в этом доме не найти тишины! Ну, теперь ты понимаешь, каково мне было на Мардигра. Эй! Тише! Я тут пытаюсь уснуть! Покажи сиськи! Сиськи? Ну, не думаю, что я... Ух ты! Брюлики! Интересно, что мне дадут, если покажу это. В этом городе непонятные законы. Доброе утро, Брайан! На, надень это! Со скольки ты тут? С 7 утра! Итак, вот твой молоток, вот рация и твой детектор жеребцов. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! О, видишь, работает! Ладненько, время шутить закончилось! Время работать наступило! Ты начни с этой стены, а я пойду выдирать старый паркет на кухне. Эй, Брайан! Тук-тук! Кто там? Два друга вместе строят дом. Ладно, Брайан, я пойду на второй этаж и спущу этот провод по стене. Возьми рацию, я свяжусь с тобой, когда поднимусь. Ясно. Брайан, прием, конец. Что? Брайан, говори конец, когда заканчиваешь говорить. Конец. Что? Конец. Ты видишь провод? Конец. Нет. Нет, что? Конец. Нет, конец. Хорошо, я начинаю спускать провод. Конец. Постой, если ты его еще не спускал, то зачем спрашивал, видно ли его? Тебя не слышно, конец. Я сказал, зачем спрашивать, вижу ли я его, если ты не начал его спускать. Конец. О, так-то лучше. Теперь я тебя слышу. Конец. Все еще не видишь? Конец. Знаешь, ты придурок. Чтоб ты знал, когда это все закончится, нашим отношениям конец. Нашим отношениям что, Брайан? Конец. Я сказал, что когда это все закончится, нашим отношениям конец. Нашим отношениям что? Заканчивай свои предложения. Конец. Так в предложении был конец. Было что, Брайан? Конец. У моего предложения... Погодь, я должен говорить конец, даже если в конце предложения стоит конец? В конце предложения что, Брайан? Конец. О, я вижу провод. Ты видишь провод что? Конец. Конец!